Программа для бизнеса и о бизнесе. Опытные наставники передают свои знания предпринимателям Абакана. В городе идут традиционные партнерские встречи. Каждая практика отточена и прошла проверку местным потребителям и финансовой составляющей. Сегодня у участников проекта личная стратегическая сессия. Тема важная, тема интересная, тема нужная. Потому что завершение года, и мы организации, как правило, стратегические сессии проводят. Мы исследуем, мы планируем, мы смотрим, что у нас есть, и создаем будущее организации. О персональных стратегических сессиях заговорили, ну, последние годы совсем недавно. Могу поделиться опытом трехгодовалой работы, как мы это делаем со своими менеджерами. Что, собственно, сюда сегодня и принесла. Мероприятие полезное. Почему? Потому что это практика. То есть я немножко дам совсем теории, собственно, мы все это писали и говорили об этом. И основная направленность, основная, будет на практику, только на практику. Листочки, ручки, фломастеры, все есть. На следующей встрече участники детально разберут принципы личной эффективности предпринимателей, способы ее повышения. Партнерские встречи у нас продлятся до 7 декабря включительно. Мы приглашаем всех желающих принять участие в наших семинарах. Предварительно, конечно, нужно зарегистрироваться на случай, если вдруг будет очень много людей. Ну а пока мы ждем вас. Программы семинаров размещены в социальных сетях, на телевидении, в газете. Пожалуйста, приглашаем всех желающих. Константин Аникин, Владислав Воронов, новости.